Мне всегда хотелось рисовать. Вот это. Сколько я себя помню, работал так называемым десятником, руководил грузчиками, значит. Ну, в общем, вот такая вот неприятная довольно работа. Благодаря вот этой так называемой оттепели появились на свет все мы, и я в том числе, как художник. Москва стала столицей юности мира. Wenn, dann waren es eigentlich nur seine Bilder, die einen Kosmos dargestellt haben. Und das war seine Welt. Нельзя ничего сексуального и нельзя религиозного. Хочется плюнуть. Вот эти чувства вызывают. Это пидорастия в искусстве. Так почему я говорю, пидорастам 10 лет, а этим орден должен быть? Мы в тюрьму вас не посылаем. Вам нравится Запад? Пожалуйста! Мы считались инакомыслящими, и было такое определение – инакомыслящие. Это тоже считалось преступлением. Советский Союз старался показывать вот некую улыбающуюся морду, которая проводила десталинизацию, там, а из-за угла показывал кулак советскому народу. Обычная дружащая тварь была. Вот, воспитан советской власти. The bulldozer exhibition, considering the risks they took, they could have been killed. That was also extraordinary and brave. Almost irresponsible, you might think. Об этой варварской акции узнал весь мир. И она явилась позором для советской власти. Половина биографии – это очень трагические истории. Это самоубийство, это смерти, это пьянство, это сумасшедший дом.